Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду играть с телефона в игру Sandballs. Давайте сделаем кратенький обзорчик. Я в нее уже успел немножко поиграть. Правда, здесь одно печально, то что здесь много рекламы. Ну как много? Ну в принципе терпимо. Я уже успел заработать 250 кристалликов. Давайте посмотрим, что с этими кристалликами можно сделать. Здесь у нас есть 9 кубиков, и здесь можно выбивать разные мячики. Вот, я уже вот такие вот фрукты какие-то, что-то непонятное, выбил. В общем, у меня еще есть возможность, да? Не, нету возможности. А, да, нужно 400, у меня есть 250 кристалликов. Ладно, давайте посмотрим саму суть игры. Игра в стиле головоломки. Нам нужно вот эти верхние наши разноцветные мячики соединять с белыми. Белые мячики будут превращаться в разноцветные. И в итоге нам нужно собрать все вот эти вот белые мячики и загрузить в нашу машину, которая ожидает нас внизу. Сейчас вы все увидите. И желательно собрать все белые мячики и загрузить их в грузовик. Чем больше вы зарабатываете очков, не знаю, ребят, что со звуком. То есть мы набираем здесь процент, набираем вот эту желтенькую полосочку, добираем до конца, и нам дают новую машину. В эту машину, я так понимаю, больше влазит, и мы можем больше зарабатывать. Ну как-то так. Так, давайте еще разочек сыграем. Так, здесь уже сложнее. Я не знаю, как здесь собрать все. Можно ли разделить на две части, попробовать, да? Давайте попробуем сделать так, да. Да, ребят. Можно делать и так. То есть ограничений нет, сколько раз вы водите пальцем, ну, срываете эту желтую штучку, можно бесконечно это все делать, пока что. Игра очень забавная, очень интересная для убивания времени, так как сказать. Так, и теперь нам нужно это все загрузить в машину. Так, есть у нас гемы. Давайте попробуем вернуться и попробуем открыть еще что-то. Такие вот квадратики интересные получились. Ну, давайте их возьмем. А как бы нам здесь лучше сделать? То есть пролистать вниз, пока вы не опустите вот эти наши разноцветные квадратики, вы не можете посмотреть, что там внизу творится. То есть заранее вы не можете знать, как там и что там. Так что советую не спешить. Все тщательно обдумывать. Так, на новую машину мне еще далеко. Но буду я заканчивать, ребят. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, друзья.